Добрый день. Меня зовут Леонид Комаров, и я являюсь автором онлайн-курса «Математические модели динамического ценообразования и управления доходами в гостиницах». Ссылку на этот курс вы можете увидеть рядом с моим видео, и если будет интерес, принять участие в этом курсе. Но сейчас я хочу поговорить о другом. В рамках моего основного курса слушатели получают возможность построить электронные инструменты revenue management для гостиниц, основанные на основных законах теории вероятностей, математической статистики и математического анализа больших объемов исторических данных своего отеля. Мой курс рассчитан на продвинутых менеджеров, имеющих значительный опыт в продажах отеля, в revenue management, на управляющих гостиниц, на финансовых аналитиков, на сотрудников финансовых служб, которые имеют достаточно серьезные, устойчивые навыки работы в электронных таблицах Excel. В рамках моего курса мы пользуемся различными инструментами и возможностями электронных таблиц Excel, хотя не ставим задачу полного обзора всех его возможностей. Несмотря на то, что Excel на сегодняшний день является самым мощным, гибким, доступным инструментом для любых видов отельной аналитики. Но сегодня многие из моих слушателей выразили желание познакомиться со всем спектром возможностей электронных таблиц Excel применительно к индустрии гостиниц и гостеприимства. И я решил такой курс записать. Он так и называется – Excel для гостиниц и гостеприимства. И я приглашаю вас принять участие в данном курсе. В рамках этого курса мы рассмотрим большие блоки возможностей Excel, связанные с загрузкой различных форматов данных в таблице Excel, в том числе текстовые форматы, CSV-формат и любые виды табличной информации. Кроме того, мы рассмотрим возможность построения так называемых умных таблиц Excel, которые обладают уникальным оперативным потенциалом, позволяющим анализировать мгновенно любые большие объемы информации. Мы научимся строить сводные таблицы и сводные диаграммы. Мы будем пользоваться вложенными функциями, функциями большого объема работы данных, функциями статистического анализа и так далее. Причем все эти функции мы будем изучать на базе массивов данных, выгруженных из информационных систем гостиницы, так называемых PMS, Property Management System, для того, чтобы слушателям курса было легко осваивать продвинутые навыки работы с Excel на базе привычных им данных и привычных методов аналитики. По традиции курс будет состоять из 50 видеоуроков, каждый из которых представляет собой небольшую на несколько минут видеоинструкцию, объясняющую, каким образом пользоваться той или иной функцией или набором функций Excel. Я полагаю, что прохождение этого курса займет у вас не более одного, либо полутора месяцев. Благодаря полученным знаниям и навыкам вы получите возможность легко и быстро преобразовывать любые данные, полученные вами из своих информационных систем, из PMS-систем, из channel-менеджеров, из рейд-шоперов или любых других отчетов, которые вы используете в работе гостиницы. Вы сможете объединять эти данные, компоновать их, добавлять другие разрезы аналитики, выстраивать наглядные и убедительные таблицы, графики и диаграммы, позволяющие быстро принимать решения в условиях высококонкурентного рынка гостиничных услуг. Никакая автоматизированная система сегодня не может сравниться с электронными таблицами Excel с точки зрения оперативности, гибкости и мощности аналитического инструментария и возможности быстро преобразовывать любые исходные данные в необходимый вам отчет. Наверное, каждый из вас уже сталкивался в своей жизни с ситуациями, когда имеющаяся в вашем распоряжении PMS-система не могла предоставить нужный вам отчет, и вам требовалось обращаться к другим специалистам, к сторонним специалистам, выплачивать какие-то серьезные деньги,
для того, чтобы сформировать для вас нужный отчет. Приходите ко мне на курс, вы научитесь делать это все своими руками. Ссылка на курс размещена на сайте и ссылка на сайт рядом с этим видео. Как всегда, для раннего бронирования предоставляются очень хорошие и приятные скидки. Жду вас на курсе, вы об этом не пожалеете.